на камеру снимаю. Посмотри на свой клюв. 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 Посмотри, отпрыгивает назад. Это первый признак шизофрении. Иди на пляж, я за тобой иду снимаю. Смотри, смотри, детство впало. 15 лет, смотри, спорит. Смотри, нос, глаза мои, твои. Начинает спорить. Смотри, дождь идет. Знаешь, только ты могла, знаешь? Близко так вот не делаю. Знаешь, слышишь, что-то? Только ты могла в дождь идти в такой. Вот там ласты твои. Так ты же купаться хочешь. Маньяк. Холодный дождь, вода теплая, кстати. Да. С воды выйти не хочется вообще. Да. Ну так быстрее холодно в дожде идти. Закат, смотри какой. Они перекрасили и сделали как плиточка его, знаешь, облицовали. А до этого он был просто сплошной такой. И двери поставили на гараж, типа деревянные. Никого нет. Как тебе, турист, палатка твоя? Отрываешься здесь, да? Хорошо тебе? Ну и как выгулили тебя 2 недели? Опять в ответ гавкает. Это что такое? Я не понял. Нет, что тебе слово сказать нельзя, в ответ гавка не идет. Я говорю про тебя сейчас, а ты начинаешь мне в ответ вести это самое. Что у тебя за мусорник здесь, а? За него несло, положили сюда его специально, чтобы не сдуло это самое. Мы положили так. Поставил вот туда, под зонт. Где холодно? Вода теплейшая. Пошли там, где теплая вода. Пошли, я покажу, где вода теплее. Иди, здесь мелко, сейчас отлив полностью. Полностью отлив. Полностью отлив, иди сюда, говорю. Здесь вода теплейшая, смотри, мне по пояс. Так, можешь оставаться там? Ты идешь? Жанна, иди сюда, говори. Что такое? Рыба, ну и что? А что ты хотела, чтобы здесь рыбы не было? Вот здесь вода теплая. Теплее в 2 раза, чем у тебя. Иди сюда, говорю.